сказал он, не надобно ли нам использовать силу ту, как враги наши использовали ее против нас? Не распилить ли нам дикие их леса на брусы наши и доски? Не укротить ли нам бушующие их потоки, дабы несли они наши лодки? И в юности своей, в глупости, братья его ответствовали, да давайте же сделаем так. Собрание писем кузнеца в изгнании. С талисманами я сумею разрушить защиту собора. Настало время заполучить глаз и отнести его Константину. В прошлый раз, когда я был здесь, глаз находился внутри, на виду, на главном алтаре. Мне нужно только схватить его и побыстрее смыться. Но это не обязательно будет легко, если место так облюбовало нежитью, как это выглядело в прошлый раз. Если сильно припечет, то есть еще один путь наружу, через ворота монастыря, что позади собора. Чем скорее все это дело закончится, тем лучше. Когда мне заплатят за эту работу, я собираюсь стать отдел. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить вор золотое издание. Итак, друзья, мы с вами нашли все талисманы. Теперь осталось вернуться, в принципе, в собор, забрать глаз и смыться оттуда. Вот, и отдать глаз Константину. После чего Гаррет говорит, хочет завязать с делами, вот. Но мы-то знаем, что он не завяжет, потому что там еще и вторая часть, еще и третья, там еще потом, что там, перезапуск, да, или это четвертая. Короче, все это пустые слова. Итак, задание, что у нас? Возвращение в собор. Сложность. Первый, укради глаз, покинь территорию собора. Ну, в принципе, вот как-то так. Украсть глаз и покинуть территорию собора. Что у нас там по картам? По картам. Кельи святой Йоры, кельи святого Теннера, сад. Опять сад. Кладбище, еще и кладбище есть. Снова, наверное... он сказал же, там нежить, да? Значит, там зомбари будут. Значит, надо святую воду и водяные стрелы. Кельи святого Вейла, ворота монастыря, кельи святого Дженнила. Кстати, он говорит... Сбежать можно через ворота монастыря какие-то, которые там с северной стороны, что ли. Почему нельзя войти через эти же ворота? Да? Да. Вот. Окей. Так, что мы заберем с вами? Водяные стрелы. А святая вода-то? Святой воды-то нет. Жесть. Так, тогда бомба-вспышка, я не знаю, нужна нам будет бомба-вспышка, там же, в принципе, кто-то, привидение. Они же реагируют, не реагируют. У меня есть одна бомба-вспышка, ну, в принципе, пускай будет. Проверим, если что, зелье скорости. Так, маховые стрелы. Не знаю, надо, не надо. Ну, есть. Огненные стрелы, давай. Огненные стрелы заберем, потому что, я думаю, пригодится. Так, стрелы с веревкой по-любому. Мины давай заберем тоже. Потому что я думаю, здесь придется убивать, короче. Поэтому... Так, исцеляющее зелье одно всего. Ладно, хватит, я думаю. Окей, ладно. Там разберемся уже, что и как и где. Окей, мы перед забором. Перед собором. Так. Грудинка никому не нужна. Так, давайте посмотрим, может, что появилось здесь интересное. Здесь мечи у нас. Ой, я чувствую, здесь будет атмосферненько. Будет атмосферные призраки. Я слышу призраков. Я чувствую, здесь будет атмосферно. Ой, как. А, они, наверное, ходят за стеной. Помните те призраки, которые были там за стеной, это когда мы сюда, к собору подходили? Скорее всего, это они. Либо это те, которые по городу там шарятся. Как будто эти, знаешь, цепи звенят. Груди. Ребра, то есть. Груди. Груди с ребрами. Так, а туда уже смотри. Нету окна. Нету окна, в которое мы смотрели. Ладно, окей.
хорошей херни страдать, поэтому давайте. Так, где вход-то? О. Окей. Так. А это место находится во власти великого зла, но больше не принадлежит человеку. Двери запечатаны, чтобы защитить нас от того, что за ними. Не задерживайся здесь, понятно, да? Так, здесь закрыто, не сломано, закрыто. Окей, давай. А. Мне надо выбирать, да? Так, огонь. Оп. А, ветер. Окей. Вот так вот мне повезло. А, это вода. Вот так вот мне повезло. Взяло и повезло. Отлично. Бляха, как страшно. А дубинки нет. У меня дубинки нет. У меня дубинки нет. А, тихо, тихо, откройся. Крутяк. Атмосферненько, атмосферненько. Невзирая на то, что это, возможно, последние минуты нашего возлюбленного собора и бренной моей жизни, буду я преданно вести охраннику до самого конца. Великая зловещая магия обрушилась на нас, и повсюду мы сражаемся с демоническими тварями. Павшие наши братья восстали из мертвых и обратились против нас. В очах их полыхает холодный свет. Наши могучие двери не помогают нам, ибо зло атакует изнутри. Скоро и я буду найден и повержен, подобно другим, да спасет строитель наши души. О, мне уже нравится этот собор. Он просто реально атмосферный. Закрыто. А, ну это я могу открыть. Я же думал, не смогу открыть. Ну какой? Жесткий замок просто. Ёпти мать. Зря я открыл. Так. Даже не знаю, куда идти. Ладно, давай, пойдем сюда. Погоди, я здесь сейчас... А, я думал сейчас это... Туда, к этим... ублюдкам попаду. Так. Леха, святой воды нет, жалко. Плохо, плохо, что святой воды нет. Что, наверх куда-то? О, это я могу взять. Так закрывается, прям мне, знаешь, такое ощущение, как будто оно сейчас закрылось, и все, я больше не выйду. Так, что там? Наверху. И зомби тут ходит. Но эффектно он зашел так, знаешь, с этим звуком, с таким. Да слезь ты! Мне не по нраву нынешнее положение вещей, при котором работа столь многих механических устройств в здании всецело зависит от исправности машинной комнаты в подвале собора. Враги наши могут попытаться нанести вред, используя нашу недальновидность против нас. Надобно нам реконструировать все так, чтобы каждое механическое устройство питалось от близкого к нему источника энергии. Окей. Типа, сейчас нет энергии? Мне надо подать энергию где-то? Да, он уперся.
Где шарюсь вообще просто? А, все понял. А чё он? Это он упал, что ли? Да? Так, аккуратно, аккуратно, чтобы меня не заметили. Кто прибежит? Знаю я, их прибежит. Вот эти вот опасные, бляха. Зомби-то хрен с ними, вот эти вот опасные. Стоит там, дружище. Бляха, еще мы еще выше. Не понимаю, где я был, где я не был. На тебе. Тихо. Ух ты, падла. А я думал, ты упадешь. Ой. Падай. Хорошо. Это вообще... Неужели ты прошел весь этот путь только для того, чтобы оставить меня здесь? Это выход? И... Отсюда я пришел. Жесть. Маховая стрела. Да нахрена мне маховая стрела? Ты мне святой воды дай. Опа, закрыто. И ключей у меня нет, да, никаких? Окей, запомним, здесь дверь закрыта. Нужно ключ. Тихо-тихо. Вот там внизу просто вообще жесть опасна. Но я думаю, мне по-любому придется туда все равно идти, чтобы... исследовать-то все. Ну ладно, мы там разберемся, как придумаем что-нибудь, как. У меня в принципе есть мины, можно минами закидать. Как бы если четенько сделать, то можно двоих. Ну как минимум двоих уже убрать. Две мины, два трупа. А сколько мне надо? А, у меня не написано, сколько мне надо, короче, украсть денег. Мне надо украсть глаз. И все. А я не вижу этот глаз, где он вообще находится. Он вроде где-то здесь был в центральном зале, да, где-то что-то я его не вижу вообще. Ну ладно, что-нибудь да выведет меня к этому глазу. Ой, колокол тут еще какой-то. Так. Водяные стрелы. Но водяные стрелы дают, это уже хорошо. Значит, может быть, дадут и... А, туда мне не пройти, да? Кстати, дубинки нету, да? Дубинки, прикинь, нет. Нету дубинки у меня. Чувствую себя как в цирке. По этим балкам, знаешь? А, вон он, глаз.
Надо как-то туда попасть. Это закрыто. Ну, можно спокойно открывать, если меня никто не достанет. Я думаю, зомби по балкам-то не пойдет. Привидения еще могут, в принципе, по балке пройти. А вот зомби навряд ли. Они ж тупые. Они ж тупые, у них мозги... Опа. У них мозги сгнили. Да кто? Брат Мартелла. Окей. Ладно. Брат Мартелла, так брат Мартелла. Так, окей. Мне как-то надо попасть туда. Блеха, вот в любом случае мне надо... Не надо это. Там по низу идти, наверное, скорее всего. Так, окей, дай-ка я сейчас не разобьюсь. Хорошо. Так. Здесь я был? А, ну здесь я бы на лифте. Лифт, смотри, не работает. Окей. Идем, короче... Смотри, он на меня не реагирует вообще. А нет. Я думал, он ни капельки на меня не реагирует. Я думаю, сюда он не придет. Лифт там сломан. Как он сюда? Он сюда не попадет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как они страшно ржут все. Тихо. Черепом чуть дверь не сломал. Вот глаз. Я нашел глаз. Так, во время службы некоторые прихожане прошли через монастырские врата. Надлежащий путь для мирян на земле храма. Только через врата собора. Доступ в город через врата монастыря служит единственно для удобства членов ордена. Ладно. Так, окей, глаз соберу. Надо, короче, аккуратно. Надо, короче, сейчас я меч уберу. Леха! Сейчас спасти свою шкуру? Покинуть территорию собора. Ну так. Еще и призрак, смотри. Ой, костями своими там кидается. Черепами. Херай, херай. Они, короче, смотри, теперь ко мне будут приставать. Потому что их манит, наверное, глаз. Нет? Завалить. Ну, тупо валить. Да, сломай. Что, не ломается? Пускай будет так. Уговорили. Так, а там черепа. А где я видел выход? Где он там говорил, типа, ты там это... Вот так просто возьмешь и уйдешь, типа... Ху-х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 у
А где я видел? Где выход? А, вот не здесь? А, отсюда я пришел. Люха. Где он там говорил, типа, это? Так. Куда я там ее зарядил-то вообще? Двоих замочил. Хорошо. Давай, давай, сюда иди. Открой до конца дверь открой. Тихо, тихо. Его же можно, по-моему, убить, да? Опа. Вот так хорошо, хорошо, вот так хорошо. Стали зомби. Ля я Рэмбо просто выносился. С двух? Сколько? Две-три мины, да? И все лежат. Зомби остались, зомби просто повырубать и все. А вот выход, наверное, да? Да, вот туда вниз я спускался, там выход. Здорово. Да плеха. А, и в этом узком коридоре, короче. Надо его выгнать. Просто. Сюда иди. И сюда, и здесь. Застрял в проеме. Оооо, да. Прям вот так, да. Ой, мать. Там призрак стоит. Ебать. Так, погоди. Огненные стрелы. Где мои огненные стрелы? Блях, они все повставали. Все повставали. А его не убить, что ли? Погоди, я сохранился что-то там? Нет? Так. Они задрали, короче, я сейчас их огненной стрелой-то, я хочу проверить. Нормально, убить можно, нет? Я ушел. Ушел. Он сейчас выстрелит же. Где вы тут? Там еще этот... Здорово. Похеру на огонь. Как так-то? Зомбарям же, по-моему, не похеру на огонь. Не урчи, бля, хочу промазал. Хера разнесло просто. Нет, смотри, там два удара, короче, там что-то смотри. Это там не показалось ли тут святая вода источник? Бляха, точно. Все, всем капзда. А это вообще, смотри, исцеление. Нифига себе, он меня исцелил. Ну все там, всем капзда. Я сейчас всем это нараздаю. Нараздаю, короче. Оп. Я не понял.
Я не понял. Хера ты ее бросил-то? Нормально, я нажал использовать, он меня взял и бросил. На. Просто на, просто в щепки. Так, кто там еще? Кто-то вчал. На. Бе. Кто еще? Кто следующий? Здесь стоит. А, так тебя. Так тебя. Все, у меня закончилось. Бляха, стрелы нет. Огненные стрелы все кончились тоже? Одна огненная стрела есть. Ааа, это вообще косой просто. Еще призрак. На тебе. Заткнитесь. Дайте послушать. Дайте послушать-то. Что сейчас было? Они не дали мне послушать вообще. Так, ты тут еще что? Бляха. Жест. А, тихо, погоди. У меня это святая вода осталась. Сейчас я там разхерачу. Просто в пух и прах. Я тут, короче, просто что-то тупил. Да, тупил, короче. Вот так вот. И хлоп. И хлоп. Просто. Так, где там вход, выход? И хлоп. Просто разнесло в щепки. Так, 6 штук у меня. Где там? Кто? Где? Где хоть один? Не вижу ни одного. Пожаловать в Великий Собор Молотов. Как приятно видеть у нас Неофита. Меня зовут брат Мирос. Я буду твоим духовным наставником. Я вижу, ты устал от скитаний, так что оставляю тебя. Если понадоблюсь тебе, меня всегда можно найти внизу монастыря. Бляха, вот у меня святая вода кончилась, короче, и пруд. И пруд просто. Че он будет моим наставником? Че там мне надо сделать? Покинуть территорию собора. А, черепа летят. Куда мне бежать-то вообще? Хером просто тройничком мне. Этого ублюдка. Тихо. Ури! Да бляха! Дайте мне призрака замочить! О, суки! Исчезни, ури! Как бы тебя убить? Исцеление. Хоц! Хоц! Умирай! Так куда ты в дерево-то бьешь? Сейчас я его загоню. Это дерево не трожь. Все, отлично, бегом. Стрелу я заберу. Этих просто, чтобы они лежали. Но я сохранился, нет? В смысле? Ёпти мать! Бегом. Есть чем взорвать-то, есть чем убить-то. Он еще и бегает. Он еще быстрее бегает, чем я. На. Убивай его.
просто дичь. Так, я тебя сейчас здесь, короче. Раз я сюда больше не вернусь. Так, отлично. И второго тоже сюда. Сюда иди. Допустим, вот здесь, да? Да! Ай-яй-яй. Все, упал? Упал. Так, сохран. Сохран быстро. Ты куда пошел? Сюда иди. Давай сюда, ко мне. Камон, бейби. Тебя вот здесь сейчас тоже. Потому что в эту сторону я, наверное, скорее всего, уже не пойду. Уже здесь не делать ничего. Там тупик. Да б... Как так-то? Сюда иди. Сюда иди. Давай, камон, камон. У меня же нету, да, чем там похмелиться. Так, на. 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 На, по... Да... Сюда иди. В принципе, можно и здесь. Ух ты, смотри, он еще и рукой отбил, отбил мой меч. Он кому-то, видишь, у него руки нет второй. Кому-то тоже так отбил уже один раз. Все отлично. Я их загасил. Фу, ладно, друзья, давайте на этом закончим. Вот, у меня видос подошел уже к концу. Очень напряженное место, очень просто... Просто жесть какая-то. Так, а продолжим уже в следующей серии. Нам надо сбегать отсюда. Я понял то, что просто так мы отсюда не сбежим. Вот. Поэтому, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.